Текущий год подходит к концу, и мы с гордостью подводим итоги работы проекта в 2018 году. Масса ключевых, решающих событий произошли в течение этого года. На территории СОВ «Элмаш» организованы лаборатория и опытный участок, являющиеся, по сути, миниатюрой будущего конструкторского бюро, запланированного к строительству на площадке Алабушева, особой экономической зоны «Технополис Москва». Теперь команда может не только тестировать двигатели и снимать их параметры, но и получает возможность производить на территории СОВ «Элмаш» первые опытные образцы мотор-колес по технологии Дуюнова. Запущено в работу стендовое оборудование, важнейший инструмент, позволяющий проводить испытания двигателей. Тестирование мотор-колес Дуюнова находится в завершающей стадии. Скоро появятся первые установочные партии мотор-колес 318 и 186 габаритов. Установлено и запущено лазерное оборудование, благодаря чему весь процесс, начиная от выполнения технического задания и заканчивая выпуском, тестированием и сертификацией двигателей с технологией «Славянка», можно выполнить полностью на мощностях компании. Получены новые патенты и поданы заявки на следующие, благодаря чему пополняется интеллектуальная собственность проекта. Подписаны соглашения о сотрудничестве с новыми потенциальными заказчиками, компаниями из Китая, Европы и России, что говорит об интересе и востребованности технологии. Сейчас разрабатывается порядок юридически грамотного документального оформления процедуры сотрудничества с будущими заказчиками. Разработан собственный контроллер, который работает не только с моторами Дуюнова, но и BLDC мотор-колесами. СОВ «Элмаш» присвоен код компании-разработчика для обозначения изделий и основных конструкторских документов в соответствии с ГОСТ 2.201. Это позволяет выполнять такие работы, как оформление документации, работа с государственными органами и структурами и ОТК. На достаточно серьезном уровне. После нескольких месяцев ожидания проект утвержден к вступлению в ОЭЗ «Технополис Москва». Сейчас команды ведутся работы по актуализации комплекта документов в ранее поданной заявке на дату принятия решения для последующего подписания договора с особой экономической зоной и получения статуса резидента. Параллельно проводится ряд подготовительных работ к следующему ключевому этапу развития проекта – строительству инженерно-конструкторского бюро на площадке Алабушева, которая будет запущена уже весной 2019 года. Начато серийное производство двигателей DA90S и DA100S в Китае компанией ASPP Technology во главе с Виктором Арестовым совместно с компанией Denzel по лицензии от ASPP. Это событие – огромный шаг в популяризации технологий за рубежом. Первые партии двигателей уже продаются. В инвестиционном направлении компании также можно отметить ряд важных ключевых событий. Запущен инвестиционный договор, регламентирующий юридические отношения между проектом и инвесторами. Получено гарантийное письмо от партнера проекта о дофинансировании проекта в случае необходимости. Живые встречи с инвесторами и партнерами проекта призваны просвещать общественность о проекте, знакомить новичков с технологией и позволяющие обмениваться бесценным опытом между партнерами стали регулярными и прошли в разных городах России, Казахстана и Беларуси. Открыт операционный офис проекта в городе Химки. За 2018 год проект Дуюнова вырос в 7 раз. Проект привлек 130 тысяч участников, зарегистрированных в личном кабинете, с динамикой более 1000 регистраций за сутки. Проведено более 150 регулярных вебинаров. Запущены важные нововведения в рамках партнерской программы проекта, программа обучения партнеров, полезный функционал в личном кабинете, вебинары для партнеров. Все перечисленное – это результат работы большого количества единомышленников, среди которых команда проекта, инвесторы и партнеры. Благодарим каждого за вклад в наше общее дело. С уверенностью говорим, что 2018 год прошел очень продуктивно, и мы двигаемся дальше. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить самую актуальную информацию о проекте двигателя Дуюнова. До новых встреч! Украшают небо.
конечно, что всего лишь раз за 12 месяцев на свете Новый год встречается у нас, и мы верим в чудеса, как дети. Новый год всегда как сладкий сон, Новый год, но сказкой будет он, сердце ждет, ура, да перезвон. Одни бенгальские искрятся, счастье всем и меньше горьких слез, и почаще в жизни улыбаться. Пусть нам не вернутся никогда прошлые печали и невзгоды, пусть приходит радость к нам всегда.